Всем привет, с вами Андрей Бугагамен, и сегодня очередной обзор машинок. Ну, маленьких машинок, 1,60. И я сегодня решил купить яйца. Это марка Велли, и тут они Рено, Фиат, в общем, разные модели. Ну и теперь, я думаю, мы раскроем это яйцо. Вот у нас ножичек. Вот мы раскрыли. Кладем в сторону обертку. И вот такое у нас желтое яйцо. Теперь, что же у нас тут внутри? Она в таком пакетике. И это у нас BMW Z3 Roadster. Кабриолет, как вы видите. Синего цвета. И очень красивый. Следующее у нас яйцо оранжевого цвета. Мне кажется, они разделяются по, там, к примеру, джип для города, спортивное. Ну, я, честно говоря, пока не знаю. Это тоже Велли. И сейчас мы порежем это яйцо. Так быстро порезалась. Кладем в сторону обертку. И вот у нас красивое оранжевое яйцо. Открываем это. Вау! Это красный цвет. И это у нас оранжевый цвет, значит, это джипы. И что же это за джип у нас? Сейчас мы это посмотрим. Это у нас... О, давно я мечтала о такой машинке. Хотела как раз-таки пойти завтра. Это Chevrolet Colorado. Американская машинка. Вот, смотрите. Красный цвет к ней очень идет. И я думаю, вы хотите узнать вес этой машинки, потому что вот, смотрите, вот это Colorado. К примеру, вам понравилась она. Вы приходите в магазин, берете яйцо и начинаете его взвешивать. Ну, конечно, это тупо, но ладно. Начинаете его взвешивать. Видите, 60 грамм, значит, это машинка. Но, конечно, я хочу вас огорчить, потому что так и столько же весит. Вот. И сейчас мы узнаем, сколько весит BMW Z3. И BMW Z3 у нас весит 48 граммов, как вы видите. И сейчас мы открываем, наконец-таки, третье легендарное яйцо синего цвета. Кстати, синий мой любимый. Открываем его. И что же это за машинка? Синий цвет, это, наверное, спорт. Так. Да, я угадал. Это у нас Audi R8, конечно. Спортивная машинка. Это у нас Audi R8. Кстати, смотрите, как сделан на нее карбон. Прям как настоящий. Вот, смотрите. Белого цвета. Итак, следующая машинка у нас опять синее яйцо. И давайте раскроем же ее. Кладем в сторону. Что же у нас это за машинка? Так. Это у нас... Вау! Это у нас полицейская BMW сейчас. X5. Да, крутая машина. Чтобы арестовывать преступников. Я думаю, от такой не скроешься. Она очень сильная. Следующее это опять желтое яйцо. Так давайте же раскроем его. Даже волнуюсь, хоть бы такая же не попалась. Так. Вот. Это у нас желтого цвета. Кстати, желтый в желтом. Это у нас Honda CR-V кабриолет.
Хорошая машина. Следующая у нас желтая. Раскроем ее. Итак, хоть бы не такая же была. Вольво. Да, это Вольво. Вольво, я даже не знаю, какой цвет. Бежево, серебристо. И какой-то еще оттенок есть. В общем, это у нас Вольво. Volvo C30 хэтчбэк. Вот, смотрите. Следующий синий. Синее яйцо. Это Mercedes ML. Вот такой. Следующая машинка — это у нас синее яйцо. Опять джип. Итак, это у нас Chevrolet Tahoe. Итак, вот угадайте, почему у меня все машинки получаются разные. Подумайте над ответом. У меня все машинки разные, потому что я прихожу в магазин и взвешиваю их. Так вот, чтобы вы тоже самое делали, если вам понравилась моя машинка, то я вам покажу сейчас их вес. Первым у нас будет Chevrolet Colorado. 62 грамма. Следующее у нас BMW Z3. 51 грамм. Следующее Audi R8. 53 грамм. Странно, она весит больше, чем... А, нет, меньше, чем Colorado. Следующее у нас Mercedes ML. 53 грамма. И, наконец, у нас Volvo C30. 59 грамм. Теперь перейдем к джипу. Это у нас X5 полицейская. 52 грамм. Следующее. И теперь, наконец, последнее. Это Honda CR-V кабриолет. Самая, наверное, маленькая. 55 граммов. Ой, 59 граммов. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите обзоров, реплеев, что как я играю в игры. С вами был Андрей Бугагамен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачных вам просмотров и ждите новых видео. Всем пока. Всем привет. Я крыша Реми, как вы видите. И я очень люблю свою семью. Передаю привет Андрюхе, папухе, Надюхе и мамухе. Вот. Иногда я с ними ругаюсь. Там... Но всегда оказываюсь не прав я. А я этого не очень люблю. Я люблю, чтобы я был прав. Чтобы я всегда был прав. Но такого никогда не случается. А сейчас я вам расскажу про... про Андрюшку. Да, про Андрюшку. Потом про мамушку, потом про Надюшку и потом про папушку. Мам, в этом видео я вам расскажу про Андрюшку. Андрюшка — это человек. Мальчик. Он учится в гимназии номер 1592. И он любит японские супчики. Да, он сегодня ел японский супчик. Пьем сегодня, он ел японский супчик. А знаете, какие он мультики любит? Он любит Финис и Ферб, Лео и Стич и много других. Но самый любимый – это с приветом по планетам. С приветом по планетам. Вот. Там тут и там и Сильвия. Вот.
А еще он любит очень зарубежные фильмы. Он любит, к примеру, «Фокус». Да, фильм «Фокус». Вот «Фокус» — это его самый любимый фильм. Он его смотрел вчера, и он сказал, что это, наверное, он таких фильмов еще вообще не смотрел. А теперь, знаете... Вот. Всем пока, с вами была Эми, и сегодня уже наступило лето, и всех с праздником, просто наступило лето. Всем пока. Целую.